Герои следующего сюжета на просьбу родителей перестать сидеть за компьютером и пойти погулять могут смело отвечать: «У меня тренировка». Речь о киберспорте. Соревнования среди студентов чебоксарских вузов прошли в «Страйк-арене». Турнир, организованный молодой гвардией, так и назвали – «Гвардейский». За боями наблюдала Ольга Пырочкина. Все, пошли троем заходим. Подсадка! Для стороннего наблюдателя киберспортсмены – это непонятные существа, которые могут сутками не отрываться от игры без перерыва на еду и прочие человеческие потребности. А еще говорящие на непонятном языке. Иди плен, зачекай плен. Банан занимаем. Я даю флешку на банан. Скажите, что такое банан? Вот эта область. Область на карте Инферно. Флешка – сцепляющая граната. Хае – это взрывающая граната. Чебоксарские студенты соревновались в Counter-Strike или на языке игроков в контру на выбывание. 8 команд по 5 человек. Для большинства это пока скорее хобби, чем профессиональное занятие. Иными словами, это еще не спортсмены, а скорее геймеры. Отдых после учебы, после пар, после практики. Расслабление какое-то. Впрочем, есть в республике и профессионалы, и даже республиканское отделение Федерации компьютерного спорта России. Компьютерный спорт помогает развивать, во-первых, командный дух. То есть человек потом придет работать куда-то, новый коллектив. Здесь человек собирает свой коллектив сам, сам с ним взаимодействует. Плюс, соответственно, здесь реакция очень сильно играет роль. Кроме того, большинство игр требует навыков выработки тактики и стратегии. И никто не отменял спортивного поведения. Алкоголь строго запрещен. То есть у нас с алкоголем состояние, ну, приходить запрещено. Официальных соревнований в Чувашии пока проводится немного. И гвардейский турнир – одно из них. Это интересно, потому что для студентов это наша целевая аудитория, мы с ними работаем. И вот в преддвериях как раз Дня студенчества мы решили организовать такой вот турнир по компьютерному спорту. Победители получают кубок, грамоты и прозвище типа «Местный Симпл» или «Саша Костырев». Это примерно как Акинфеев в футболе. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.